Это Матью Кара, и он известен как самый быстрый резчик лосося. Только для тех, кто никогда не разделывал лосося, да даже любую рыбу, это может показаться чем простым и обычным. Однако знатоки понимают, насколько у парня удивительные навыки. Посмотрите, как он ловко орудует ножом, словно маньяк. Иногда кожа снимается мгновенно, а иногда нужно постараться. Также кожа лосося, как известно, богата белками коллагена, которые обеспечивают эластичную, но очень жесткую кожу. Однако в руках Мэтью Кара дикий лосось становится самой нежной рыбой.